Если верить слухам, появление Discovery 5 уже не за горами. Лично меня это немножко печалит, потому что очевидно, что экологи в очередной раз возьмут верх, и от былого брутального образа не останется и следа. Поэтому пока у нас есть возможность, давайте вспомним, какой он, старый добрый диско. Четвертое поколение Discovery выпускается уже 6 лет, и с тех пор не прошло и года, чтобы британцы не предложили нам какого-нибудь апгрейда. Вот и в 2015-м нам предлагается очередная порция нововведений. О нововведениях немного позже, а сейчас я хотел бы поговорить о вот этой надписи на крышке капота, говорящей о названии модели. Хоть убейте, она здесь лишняя, потому что Discovery безошибочно угадывается даже издалека. Рубленые формы, вот этот вот горбик на крыше, дающий дополнительные несколько сантиметров седокам сзади, в этом вся его суть. И еще, недавно мы узнали о том, что Land Rover прекратила выпуск брутального Defender для любителей забраться за руль в кирзовых сапогах. Таким образом, Discovery стал самой тяжелой моделью в линейке Jaguar Land Rover. Тестовая версия Luxury этого автомобиля с 340-сильным мотором под капотом весит более 2,5 тонн. А теперь давайте отправимся в путь, чтобы понять, к чему все эти размышления диетолога. В последнем обновлении была улучшена экономичность 3-литрового турбомотора. Производитель заявляет о 12 литрах в смешанном цикле на 100 км пути. Реальность, как всегда, оказалась куда суровее. За городом зимой эту цифру трудно опустить ниже 15 литров на сотню, хотя в городе она едва переваливает за 19. Британцы, между тем, предлагают сравнивать этот мотор с некогда топовым для диска 5-литровым атмосферником. Что ж, у того, помнится, ниже 20 литров в городе этот показатель ну никак не опускался. Впрочем, в действительности все эти рассуждения скорее для демонстрации технического потенциала марки. Ведь очевидно, что всерьез расход упадет лишь тогда, когда Discovery, по примеру своих более премиальных собратьев из линейки Range Rover, получит алюминиевую конструкцию кузова и тем самым существенно сбросит вес. Вес – это краеугольный камень в сущности Discovery. Пока он тяжелый и крепок, он играючи проходит любые неровности. Знаете, на что это похоже? Это смахивает на пощечины, которые отвешивает наставник боксеру перед боем. Они его лишь раззадоривают. Особенно, если, как в нашем случае, мы имеем дело с пневмоподвеской. Не буду подолгу рассказывать о том, насколько эта пневмоподвеска необычайно комфортна. Скажу лишь, что увлекаться беззаботной ездой на Discovery, особенно зимой, не стоит. Я тут опять о весе. Из-за высокой инерционности торможение может занять чуть большее количество метров, а при маневрах вы можете столкнуться с недостаточной поворачиваемостью. Помимо лучшей плавности хода, пневмоподвеска у Discovery примечательна тем, что позволяет увеличить клиренс с стандартных 185 до 310 мм для езды по бездорожью. Именно туда-то мы сейчас и отправимся. Лучшего места продемонстрировать то, на что способен Discovery на самом деле, кроме как приехать на специальный полигон Land Rover Experience в Подмосковье, мы не нашли. Учебные автомобили здесь точно такие же. Все, чем они отличаются, это дизельные двигатели. Так, собачка. Это дизельный двигатель под капотом и иная зимняя резина. Здесь используется не Yokohama Geolander, а Bridgestone Blizzak DMV2. Сами лендроверовцы говорят так. Там, где своими ногами без дополнительной подготовки прошел человек, гарантированно проедет и лендровер. Но рекомендуют при этом соблюдать правила 3P – посмотри, подумай, проезжай. Двигаться при этом надо настолько быстро, насколько это необходимо, и настолько медленно, насколько это возможно. Главным оружием вне асфальта у Discovery является фирменная система Terrain Response, задающая алгоритм движения автомобиля в зависимости от поверхности, по которой вы собираетесь продолжать путь.
Она имеет 5 режимов и вбирает в себя управление сразу несколькими системами, от АБС до поддержания заданной скорости на спуске. Все они подробно описаны в инструкции по эксплуатации автомобиля, которой мы так любим пренебрегать. А зря, потому что из нее же, к примеру, можно узнать, что дорожный просвет засевшего на брюхе автомобиля можно поднять с максимальных 310 еще на 70 мм. Словом, чудо, а не автомобиль. Жаль только, что после валютных коллизий ценник его, язык называть, уже не поворачивается.